Православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Праздник относится к числу великих. Он был установлен в память о событии, произошедшем в Константинополе в начале X века. По преданию, в осажденном врагами городе блаженному Андрею и его ученику Епифанию было видение. Богородица в окружении святых и ангелов явилась в храм и накрыла молящихся своим покровом. На следующий день неприятель отступил. На Руси праздник широко отмечался в крестьянском быту. С ним было связано множество примет. Например, считалось, что если первый снег выпадает до покрова, то зима наступит не скоро. Также с этого дня начинались вечерние девичьи посиделки и осенний свадебный сезон. Это один из великих праздников нашей Великой Церкви Православной. И я всегда прихожу в Покровский собор на этот праздник. Мы просим Богородицу, чтобы она покрыла нас своим покрывалом от бед, наши семьи, нашу землю.